Подготовка к отопительному сезону. Город в очередной раз выделит деньги на оплату долгов тепловиков. Речь идет почти о 120 миллионах гривен. Однако всей суммы в бюджете нет. Члены бюджетной комиссии нашли только 86 миллионов, где взять еще 31 решат в октябре. Таким образом, КП теплоснабжения города Одессы сможет рассчитаться с ТЭЦ. А теплоэлектроцентраль получить номинации на газ, чтобы поставлять тепло почти трети одесситам. Отмечу, ТЭЦ отапливает центр города и Молдаванку, где проживает свыше 300 тысяч человек. Дополнительное выделение денег для погашения задолженности ТГО по отношению к ТЭЦ, что позволит ТЭЦ своевременно получить номинации, и начало отопительного сезона в городе должно начаться своевременно. Подготовка к отопительному сезону 18-19 идет к логическому завершению. Теплоснабжение города Одессы практически закончили вторые гидравлические испытания. Выявленные повреждения сейчас заканчиваем уже устранять.